Мафа сидит. Ой-ой-ой-ой-ой, все, увидела меня, увидела, увидела, орем, уть-уть, господи, ты божий ты мой. Что видел ты, ты видел рай, богатство изломанье. Угадайте, угадайте, куда я сейчас собираюсь, почему я одетый такой весь прям. Поступил звоночек, ну, в смысле, не звоночек, писёчек. Собственно, написали нам, да, написала девушка, что еще один, собственно, в сугробе. Это трындец. У меня триолы кончились. У меня кончились триолы, у меня кончились триолы. У нас место кончилось, мы вторую уже комнату заставляем. Это 14-я... Короче, ладно, я еду, и там сейчас узнаете, да, что будет. Угу. Грелка с горячей водой сразу. Грелка с горячей водой. Трямпочка. Это туды, туда, сюда, сюда, туда. Все, еду. Ой-ой. Собственно, еду за крысенком на профсоюзную. Там пересечемся, там его заберу. И уже когда приеду домой, посмотрю, что там, как. Ну, может быть, что-то там с ним, не знаю. Ну, в общем, да. Крысенок из сугроба опять к нам. Класс. Так, ну чё, я привез это создание. Вот, слышите? Слышите? Это я ей уже сюда еще одну тряпочку положил. Там у нее грелка, там, собственно, орущая, вон она. Я не смогу сейчас открыть, потому что первое знакомство... собственно, первое знакомство прошло... Ой, прошло неудачно. Она вцепилась мне в палец, повисла на пальце. Ща, ай... Вот, поэтому я думаю, без перчаток не получится у меня с ней контактировать. Ну вот, блин, прожевала. Она даже не один раз укусила, видите? Прожевала мне палец. Вот, собственно, да. Собственно, пока я, наверное, она очень-очень-очень-очень-очень напугана. Ребенок, ну, просто жесть. Временно пока оставлю ее сейчас переноской, чуть-чуть и дам отдохнуть, ну а потом все равно придется пересаживать. Хочу, не хочу, но вот так вот. Время пришло в сказку отправиться, вот собрал ей клеточку. И сейчас попытаюсь ее пересадить, не факт, что мне получится. Мыша сидит здесь, где-то. Где-то тут, вот где-то тут, сидит мыша. Так, я вижу хвост, я вижу хвост, я вижу нос, вон он нос. Вон она, Муфа. Муфа сидит. Ой-ой-ой-ой-ой, все, увидела меня, увидела, увидела, орем, уть-уть, господи, ты божий ты мой. Все хорошо, сейчас буду пересаживать. Естественно, снимать не буду, потому что иначе, ну, он орет, шипит. Ну, собственно, при пересадке крысы все выяснилось, и понятно, почему она так плакала и орала. У девчонки сломана лапа. Вот. Видите? Правая, левая лапа. Правая, левая лапа у нее поломатая. Вот. Поэтому она кричала, плакала. И я вот, честно говоря, вот видите, что творит? Сорян, я не буду ее сейчас беспокоить. Пускай она успокоится, изучит клетку. Потому что она сейчас психует. Он, видите, бегает, 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 скачет. А скакать-то ей не надо. Вон она сейчас интересуется, лазит. Ну, нифига не видно. У меня фокус, видите, на моих пальцах, а не на крысе. Но рассекает она вон там поверху. Вот, девчонка сидит. Ну, собственно, лапки у него травмированы. Ну, я вообще, я не уверен, что это девчонка-то, честно говоря. Вообще не уверен. Может, это и пацан? Пока я уверен только в одном, это крыса. Да, пока я уверен, что это крыса. А какого полу, в принципе, мне не важно. Ну, как не важно. Ну, возраст тут, дай бог, 2-2,5 месяца. Поэтому, ну, какого-то... Какой там пол, никакой беременности там точно нет. Все, ребят, извините, я не буду ее больше тиранить. Вон она там рассекает. Оно, пока оно. То, что лап сломано и травмировано, возможно, отморожено, это плохо. Потому что почему? А потому что, скорее всего, это тогда будет еще одна крыса без лап. То есть некроз пойдет и, собственно, лапа отомрет. Это раз. Во-вторых, как бы, ее день все равно, ну, придется подержать спокойствие, чтобы она ночь пережила. Господи, да куда ты наверх-то лезешь? Я тебе еще гамаки эти уберу. Ну, ты совсем, что ли, рухнутая?
Ну, у тебя лапа сломана или что там у тебя? Вон она, ой, ё-моё. Да. В общем, я посмотрел, что там на лапу, что там с лапой, и там все реально очень плохо. Поэтому, да, ну, поэтому как бы вот так. Новая крыса, новый отморозок. О, привет. Привет, нос. А что ты на... И, кстати, вы заметьте, пожалуйста, я пока еще не закончил. Смотрите. Вы видели, что было, когда она сидела в переноске? В переноске был ужас. А знаете почему? Хотите скажу, секрет открою. Потому что к переноске я подходил сверху. Сверху. Я тенью на ней нависал. И это уровень опасности. Сейчас я ее поставил четко на уровне своих глаз. То есть я подхожу к ней спереди, она меня видит. И уже вот этой вот страха такого у нее нет. Ну, у него, у нее, у оно. Вот такие вот дела. Собственно, ребятки, новая крыса. Там вон бесечка жрет что-то. Да, она под бесечкой. Собственно, она подбешивает. Она под бесечкой будет подбешивать. Собственно, вот такие вот новости. И, как всегда, да, если есть желание помочь приюту, финансовые реквизиты все в описании под видео. У нас кончились триолы. У нас кончились клетки. Вот, это последнее.